Поверьте, есть очень много вещей, о которых я хотела бы с вами поговорить, но это будет немножко позже. Сейчас я хотела бы начать свой канал с чистого листа, с такой позитивной ноты, как посылки из Америки. Долгожданные и очень дорогие. Всем привет! Если вы на моем канале давно, то вы, наверное, заметили, что все видео пропали. Это неспроста, я расскажу обо всем потом, в другом видео. В этом мы откроем с вами посылки из Америки. У меня их три, и они очень большого размера. Я попробую сейчас вам показать. Вот настолько большие. Их общий вес больше 30 килограмм. Две из них я уже открыла без вас давно, и покажу, что в них в конце видео. А самую большую нам предстоит сейчас вместе с вами распаковать. Эти заказы я делала через сайт Переадресатор. Я не буду говорить название. Скажу только то, что это очень сложная система, и я вам о ней потом могу рассказать, если вам это понравится. В жизни столько всего произошло, но я не хочу пока об этом разговаривать. Так что просто откроем посылку и посмотрим, что там. И, наверное, вы уже поняли, что это неспроста. Не просто так я заказала из Америки 30 килограмм всякой всячины. Теперь погнали. Мне сейчас ничего там не порезать, потому что все очень хрупкое. Вот это да, вот это здорово. Сейчас начнем доставать все. Первое, что я вижу, это папка органайзер. Кармашечки, раз, два. Открываем еще. И внутри тоже все органаризовано. Она подойдет как для ноутбука, так и просто для учебы. Все уже догадались, что это такое за посылка, если вы следили за моим инстаграмом, то вы догадались. Если нет, то обо всем в конце видео. Дальше еще интереснее. Фолдеры. Я не знаю, в курсе ли, что это такое или нет. Это, короче, для бумаг. Папочка, уголочек, в который кладешь свои доклады. И здесь можно проколоть колечки, чтобы вставить в папку. Два вот таких вот фолдера с ананасиками. Дальше много фолдеров вот таких красивых, голубеньких. Они круче, потому что в них уже внутри можно тоже вставить файлики. Следующая вещичка, которая мне попадается, это вот, ой, это вот это. И еще вот это. И еще вот это. И там еще много всего Это планеры. Они студенческие, с единорогами. Расскажу. Офигеть. Единственный набор вот таких стикеров для заметок. Здесь 8 видов разных. Такой маленький, прекрасный. Дальше поехали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 наборов. Мини-supply kit. Как это объяснить? Это набор мини-канцелярии. Здесь в наборе степлер, дырокол, убиратель этих зажимов от степлера. Я не знаю, как она называется. Скотч, точилка, ножницы, скрепки и скотч. Я говорила скотч? Скотч. В общем, все, что нужно для учебы, только в маленьком размере и с прекрасными ананасиками. Тут меня встречает набор наклеечек. Я не помню, сколько, несколько штук. Вот раз, два. И, по-моему, там еще третий должен где-то валяться, но я не знаю, где он там далеко. Офигеть! Ладно. Наклейки для ежедневника. Два набора. Здесь по 4 листа наклеек. И они на самом деле очень крутые и большие. Я думала, они будут поменьше. Так что еще наклеечки пришли. Дальше. Ой, еще один маленький суплакит голубого цвета. Тут тоже все самое, только голубенький и с птичкой. Их должно быть несколько, но они там разбросаны где-то по всей коробке, поэтому найдем попозже. Дальше идет вот такая крутая штука. Они такие офигенные! Это пеналы для... Ну, понятно, для чего пеналы нужны, как бы это тупо объяснять. Сейчас объясню, в чем прикол этих пеналов. Они внутри с водичкой и с блесточками. Их можно так залипать и наперегонять, переминать. Он на молнии, прекрасный, розовый. И их здесь много штук, я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5. Это нам
пока не надо. Идем дальше. Еще больше планеров. На этот раз это вот такие розовые, блестящие. Я сейчас вам достану, покажу. Это тоже студенческий планер, но он прекрасный, состоящий из блесток. И внутри него немножко другой принт, тоже не такой, как на предыдущих с единорогами. В чем как бы смысл? У вас есть недельное планирование и месячное планирование. Все расчерчено за вас, все красиво за вас оформлено. Только берите, заполняйте и кайфуйте от своей жизни. Здесь тоже несколько у меня таких планеров есть. Пока что я вижу только три, но дальше больше, потому что... Прям как звучит красиво. Дальше больше. Дальше больше. Остаетесь со мной. Дальше смотрим. Индекс карточки. Это прозрачные наборы. И это тоже прозрачные индекс карточки. Их очень много разных у меня закуплено. Короче, индекс карточки. В чем смысл? Я сейчас покажу. Это пенальчик пластиковый. Открываете. У него внутри есть карточка. Ой. Наклеечки есть в наборе. Это бумажки. С одной стороны в полосочку, с другой пустые. И маленькие разделители для того, чтобы распределить предметы. Это для заучивания материала. Очень удобно. Пишите с одной стороны задания, с другой вопросы, ответы и, в общем, учите. Носите везде с собой, выглядите модно, стильно, молодежно и кайфуете. Опять-таки, от своей жизни. Все стильно и красиво. Это прозрачные, еще раз повторюсь. Просто без всякого рисунка, красивые, минималистические. О, еще нашла Supply Kit, такой же розовый. Их там много завалено внутри, поэтому сейчас будем все доставать. Еще больше индекс карточек. Это все индекс карточки. Я сейчас все распакую. Какие милые, боже мой! Я заказала много, прозрачные. Далее. Ой-ой-ой, падает. Фиолетовые, они уже не на резинке, они на кнопочке, как пенальчики. Очарование, просто очарование. Далее синенькие индекс карточки. По наполнению они все одинаковые. И мои самые любимые. Это индекс карточки с рисунками, с дудлесами. Смотрите, какие они классные. Тоже прозрачные, но с рисуночками, очень милыми. Здесь нарисованы единороги, мороженки. Сердечки, русалочка, звездочки. Это видео перестает быть шуточным. Еще больше индекс карточек. О, еще индекс карточки. Фиолетовые и голубые. Их пока распаковывать не будем, чтобы не захламлять. Здесь наборы с этими мини-суплайкитами. Их тоже тут много, еще розовые и голубые внизу. Их тоже распаковывать не буду, потому что уже показала, что есть что. И как бы уже места не хватает, куда убирать. Дальше самое интересное – тетради. Первая мне попадается вот такая большая на пружине с резиночкой, с блестками из той же коллекции, что и планер. Рисунки, прелестные. Кармаситик, прелестно. И эти тетради, они college ruled, то есть они в линеечку, в тонкую линеечку и по американским стандартам, потому что тетради из Америки. Они очень удобные, потому что формат большой. Опять-таки, их можно вставить в папку, потому что здесь есть дырочки для папок, и очень удобно носить с собой. Их тоже у меня здесь несколько, для всех любителей розовых блесток. Куда в них убрать? Еще тетради тоже на спираль. Папка из той же коллекции, между прочим. Сейчас распакуем и посмотрим. Они тоже color-blue. Между прочим, у нас в России я не видела ни одной тетради большого формата в линейку. А это, между прочим, очень удобно при подготовке к экзаменам. Такая же с рисуночками, с кармашком и тоже college rule. Очень удобно, потому что вы можете туда вклеивать что-то, вкладывать, а потом просто бац, резиночкой закрыл и потащил. И ничего не выпало, и все прекрасно, и все модно и красиво. Еще эти тетради с пальмами, еще тетради с блестками и еще тетради с блестками на единороги. Если вы все еще не поняли, что происходит, то смотрите до конца ролика, чтобы понять, зачем мне столько всего. Тетради на пружине закончились, дальше пошли composition book. Если вы смотрите американский YouTube, то вы знаете, что у них все тетради composition. То есть это такие тетради. Сначала объясню, потом покажу, то вы будете просто верещать от восторга. Гарантированная реакция. Это тетради больше маленького формата, но меньше, чем те большие тетради. В линеечку, там все тетради в линейку, все college rule. Нет, не все, есть еще одна файл. Позже объясню, в чем проблема.
и разница. Эти тетради, они очень-очень красивые. Например, первая идет. Они такие толстые! Просто вот как бы вот толщина тетради. И сколько здесь листов, я не знаю. 100! В этой тетради 100 листов. И она форматом большого. И она с единорогами. У меня их прям вот столько. И там еще есть внизу, но мне не достать пока что. С единорогами. Это первый вид тетрадей. Чтобы вы понимали. Дальше идем. Между прочим, в этих тетрадях еще внутри оформление. Потому что вот здесь, как бы вот. Я так понимаю, сзади тоже. А сзади справочная информация. Это composition book. Самый простой, малиновый, стандартный. В начале планирования. Сзади снова справочная информация. Еще из таких простых тетрадей есть вот такая в зигзаговую линию. Тоже composition book. Тоже с планированием. И вот это уже wild rule. То есть у нее полоски немного толще, если сравнивать с scotch rule. Сложно объяснить, но, короче, они ничем почти не отличаются, просто тут немного пошире полосочки, и все. В этом году просто бомбануло у всех с русалками, и поэтому есть вот такие тетради. С русалками, с голографическими. На фоне Алиса просто плачет от счастья. Таких я тоже заказала очень-очень много. Вот столько много. Они все по 100 листов, все кожи жрут, все с красивыми. А что внутри? Внутри тоже раскраска. Чешуя русалки переливается голографически. Что еще нужно для счастья, спрашивается? Мы уже почти заканчиваем. Остался последний вид тетради, который я вам еще хочу показать. Это тоже composition book, но это тетради с блестками, такими же, как на планере, и такими же, как на большой тетради на спирали. Егел! Какая она приятная на ощупь. Я не знаю, как передает камера, но эта тетрадь вся в блестках. А здесь уже рисуночек, кстати, другой. Их у меня тоже достаточно много. Вот раз. И вот два. Всем хватит желающим, если вдруг что. В коробке у меня остались только тетради, которые я вам уже показала. Например, еще зигзаг. Еще зигзаг. Еще зигзаг. Еще зигзаг. Единорог. Еще... А, я их показывала уже. Думала, не показала. А нет, показала. С единорогами, в общем. И еще много-много обычных, стандартных малиновых тетрадей. Собственно, это дно моей посылки. Но, камон, ребят, ну тетрадки. Ну из Америки. Ну с единорогами и блестками. Ну, вам же это нравится, правильно? А еще у них у всех черненький корешок, и это выглядит мощнейше просто в руках. Все, посылка опустела. Теперь расскажу, что же, собственно, это было. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, скорее всего, знаете, что я открыла свой интернет-магазин. Называется он Pinky Shop. Это интернет-магазин в инстаграме и группа ВКонтакте, в которой продаются канцтовары и всякие ништячки из Америки. Брендов, которые не доставляются в Россию, которые не продаются в России. Вся эта канцелярия, которую в этом видео вы увидели, и чуть больше, что я покажу вам сейчас, это все доступно для покупки, для приобретения в Pinky Shop. Ссылка на инстаграм, на группу ВКонтакте в описании. Если вас это видео зацепило, если вам что-то из этого понравилось, то переходите в группу и делитесь своими впечатлениями в специальном обсуждении. Оно будет называться «Реакция на видео». Теперь я вам покажу то, что в двух других посылках, которые я уже распаковала. Чуть ранее у меня пришли еще две посылки. Первая из Bath & Body Works. Я знаю, что этот магазин есть у нас в России, но всего один и в Москве. А в других городах как бы его нет и в помине. И мне пришли... спиртяжки. Мне пришли легендарные спиртяжки. Они у них просто потрясающие. Вот такая фиолетовая, вот такая Hello, I'm a mermaid. И они пахнут просто... умереть как вкусно. И Hello, I'm a unicorn. То есть здесь как бы три вида спиртяшек. Это запахом ягодного лимонада. Это с морской свежестью, а это с лавандовой мечтой. Так написано на упаковке. Мне их пришло много-много штук. И они тоже все для Pinky Shop. Вот как бы вот здесь и вот и еще больше вот здесь в пакетике. Но мне их просто тупо не достать. Не знаю, как вы, а я спиртяшками пользуюсь просто каждый день, каждую минуту. Я их просто обожаю. И эти спиртяшки, они...
известны тем, что они очень качественные. У вас не будет на них аллергии, у вас не будет никаких раздражений. Они очень вкусно пахнут, и они действительно хорошо обеззараживают руки. А вторая посылка мне пришла с сайта Бандо. Если вы заядлый ежедневниковед, то вы знаете, что есть такой ежедневник, который называется внешнее название на обложке I am very busy. Сейчас покажу, о чем говорю. Вы знаете, что это за планер? Это планер 13-месячные, студенческие. Это планер, который пришел тоже для Pinky Shop. И еще пришел вот такой планер, голографический, тоже от Bandeau. Сейчас покажу, что у него внутри. Вот так выглядит планер сам. Открываем. Здесь плакат. Здесь можно подписать наклейки. Наклейки. Вот, собственно, начинается сам планер. Это месяцы. Дальше у вас идет недельное планирование, месячное планирование, а потом идет недельное планирование. Все оформлено просто волшебно. Эти два планера, они абсолютно идентичны внутри, но разные снаружи. Еще от Bandeau мне пришли две папки органайзер. Первая No Bad Days и вторая с цветочками. Вот такая. Они огромные, качественные, из очень классного, приятного материала эко-кожи, я так понимаю. И внутри у них дофига кармашков и молний. Мне просто лень сейчас вам это показывать. Но в нашем инстаграме, который тоже как бы есть в описании, это все есть. Вот такое у нас получилось видео. Я надеюсь, что вас немножко это вдохновило продолжить учебный год с успехом. Если вам что-то этого понравилось, то переходите по ссылке в описании в наш интернет-магазин. Смотрите, выбирайте. И если вы сделаете репост одной записи, которую я оставлю в описании, то вы получите скидку на свой первый заказ. И мы доставляем в Россию. Если вы живете в Болгарии, то вы можете прийти и забрать, а если вы живете в другом городе, то мы можем обеспечить вам доставку в любой город России. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вы поймете мой новый формат, и надеюсь, что вы его примете, потому что все будет по-другому отныне. И на это, правда, и были причины. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Удачного вам учебного года. Вот. Сил, энергии и терпения.